Хэллоуин считается одним из самых мистических праздников. Согласно западноевропейской традиции, он связан с католическим днем всех святых. В разных странах Хэллоуин называется по-разному. Например, в Латинской Америке это День мертвых. В России Хэллоуин не так популярен. Мы решили узнать у щелковцев, а отмечают ли они день, когда, согласно поверьям, грань между миром живых и миром мертвых стирается. Для начала мы решили выяснить у местных жителей, а в курсе ли они вообще, какой сегодня день. Вы знаете, какой сегодня праздник? Хэллоуин. Шарик прям в цвет праздника. Хэллоуин? Да. Какой сегодня праздник? 31 число. Хэллоуин. В большинстве своем опрошенные оказались осведомлены, что отмечают в последний день октября. Кстати, а вы знаете, что изначально праздник был языческим? В ночь 31 октября на 1 ноября древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, отмечали конец лета. Дело в том, что у кельтов было только два времени года – лето и зима. Вы спросите, почему название праздника именно Хэллоуин? Дело в том, что в английском языке праздник называется All Hallow Eve – День всех святых, а если сокращенно, то Хэллоуин. Каждый, кто хочет присоединиться к празднованию, должен выбрать себе наряд. Изначально это были обычные маски из ткани, но позднее появилась традиция придумывать себе яркие карнавальные костюмы. Как оказалось, среди щелковцев тоже нашлись любители отметить этот зарубежный праздник. Встречались с друзьями, праздновали эту ночь, проводили вместе, там наряжались в разные костюмы. Года два назад мы с подругами ходили, не знаю, вроде колядки это называется, колядовали по дому своему. Ну, просто декорировать дом, там всякие тематические вечеринки. Мы накрасились, потом пошли по домам спрашивать, ну, там, конфеты, там, конфеты или жизнь, что-то такое вот. Они, некоторые, правда, плохо относились, очень плохо, говорили, что мы американские, какие-то девчонки, это ужасный праздник, а некоторые нормальные. Главным атрибутом Хэллоуина является тыква. Изначально считалось, что она помогает отгонять злых духов. К слову, использовалась тыква далеко не всегда. В давние времена в роли подсвечника выступала репа. Отмечать Хэллоуин или нет – личное дело каждого. В конце концов, для многих этот праздник является просто лишним поводом для веселья и встречи с друзьями. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.